Хорошо. Ну, это упражнение делается, естественно, в нисходящем движении. Так, время у нас еще есть. Дяденька, теперь еще одно упражнение. Три, три, зи. Чтобы все люди в этом прекрасном городе улыбались друг другу и были счастливы. Коротко и ясно. Давайте поаплодируем очень милому и трогательному поздравлению. Ну!
периферию. Мнимую помощь и сбор денежных средств на эту помощь. Я бы хотел бы предостеречь вас от слепой веры таким людям и таким организациям. Мы неоднократно сталкивались с своей деятельностью, с деятельностью данных лиц. Недавно нам пресечена деятельность двух таких псевдофондов. Хочу брендированной одежды. Это общий гласный проект псевдофонда. Если сотрудник не имеет такой одежды, то вы должны задать свой вопрос. Годы промчатся, что от тебя.